Во дворе на улице Гагарина рабочие завершают установку световых опор. Здесь уже подготовили территорию для детской площадки. Провели опиловку деревьев, уложили асфальт, сделали пешеходные дорожки. Следующий этап – укладка прорезиненного покрытия, после чего и начнут установку игрового оборудования. Это была инициатива в том числе и жителей, потому что действительно большое количество детей, площадки не было, и была очень высокая потребность в том, чтобы была современная благоустроенная площадка. Это всегда важный момент, потому что непосредственно от жителей зависит очень многое, их инициатива. На сегодняшний момент, то есть, задача, то есть, сделать для разных категорий возрастов детей, то есть разных категорий площадок. Проект согласовывал длительное время, причем принимали участие собственники, то есть, с разных домов, то есть старший совет МКД к этому процессу подключились. Поэтому то есть, здесь формировалась то есть, площадка именно исходя из потребностей самих жителей. Двор ремонтируют по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в советском районе Самары в этом году запланировано отремонтировать 5 территорий. Что именно сделать, жители решали сами. В каждом дворе готовили свой проект. На каждом адресе свой определенный вид работ. То есть где-то это строительство детской площадки, установка малоархитектурной формы, где-то это строительство футбольного поля, где-то это установка лавочек, строительство тротуаров. Завершить ремонт на всех территориях планируется до начала осени. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.